Друзья, сегодня мы встретились наконец с нашей Юлией Ручкиной. А вот наша девочка, иди сюда. Она стесняется. Мы как раз наконец ей вручили посылочки, которые вы адресовали, потому что 2 месяца мы не могли этого сделать. Юля была в больнице, ездила в Москву. Там находилась, потому что лечение, которое ей назначили здесь, в Донецке, оказывается, было неверным. Сейчас назначили ей другое лечение, и она проходит другую уже химиотерапию. Все проходит заново. Есть у нее все-таки шанс. Вот врачи сказали, что все-таки есть, хоть небольшой, но шанс выжить. И еще раз огромное спасибо вам за вашу помощь. Также хотелось бы спросить, она вот сейчас поедет завтра, да? Сегодня. Сегодня уезжает в Москву опять на химиотерапию. Если у кого есть возможность помочь продуктами питания, поддержать как-то в Москве Юлию, я дам номер телефона людям, которые мне напишут там в личку или как там в комментариях, я с вами свяжусь, потому что Юле нужна также поддержка и в Москве. В тот период, когда она проходит химиотерапию, а приезжает в Донецк, потому что у меня здесь единственная дочечка, за которую она заботится и ради которой хочет жить. Спасибо всем заранее. Будь добро. Спасибо большое. Будь добро. Спасибо.